Риф Кавказ 2022 соберет на своей площадке более 400 специалистов в сфере IT. О подготовке к 7-му российскому интернет-форуму в Дагестане говорили на совещании с участием регионального премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова. Так, участники IT-встречи обсудят успешную практику работы обратной связи с населением, опыт использования искусственного интеллекта для устойчивого развития городов, а также вопросы стимулирования развития отрасли информационных технологий и цифровой экономики. Особое внимание уделят проблемам импортозамещения, информационной безопасности и возрастающей потребности в подготовке квалифицированных IT-специалистов. Как отметил премьер, предложенные решения должны найти применение на практике.